Валар Маргулис, и это онлайн, проект о самом заметном во всемирной паутине. Ну что же, зима здесь, но не в нашей жизни, а в известном сериале. Вышла новая серия «Игры престолов», фанаты ждали этого момента 2 года. Это последний сезон сериала, поэтому если вы еще не смотрели его, у вас есть уникальная возможность не прерываться на ожидания. Всемирно известные бренды выпускают обувь, посвященную любимому сериалу. Политологи и экономисты проводят исследования, чтобы выяснить, кто же сядет на железный трон, а сколько записано каверов. Здесь спойлерить не будем, поэтому просто присоединяйтесь ко вселенной льда и пламени. Информация для любителей книг. Сериал снят по циклу романов, но вот он как раз и не дописан. Здесь придется подождать. Эстафета добра в Бурятии продолжается. Клуб водителей Лексусов и Харьеров приняли эстафету от Аккорд-клуба. Горожане помогли привести в порядок территорию Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Автовладельцы собрали деньги и построили заборчик на детской площадке. Сетевые издания рассказали о реакции корейцев на Байкал. Популярный блогер из страны, где сейчас работают все буряты, очень много внимания уделяет на своем канале России. Сон Вон Сап изучает русский язык, поет каверы на известные песни и снимает клипы. Также он снимает реакцию южнокорейских звезд на видео о России и из России. Героями одного выпуска стали популярная актриса Ли Си Йен и наш Байкал. А, 겨울이네. 와, 이거 뭐예요? 되게 이쁜... 얼음 소년이구나. 어, 이게 진짜 멋있다. 보석 같다. 여기 완전 자연이네. 너무 예쁘다. 여기는 사람이 사나요? 뭐 살지 않을까요? 뭐 살... 우와, 얼음 봐, 얼음. 오, 야, 뭐야, 여긴 대박이다. 영화 같다. 근데 또 그 와중에 도로 되게 잘 돼 있어. Байкал бесспорно наша драгоценность. А вот дороги... Просто вы видели не все. Хотите посмотреть, как корейцы изучают русский? Это правда очень вдохновляет, когда видишь, что трудно не только тебе. Здравствуйте. Ай, к чему-то, а что? Здравствуйте. 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 Ани, здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. О, здравствуйте. Саша по шоссе. Шула Сашу по шоссе. Сашу-то, не Саша. Шула Сашу по шоссе. Шула Сашу-то, не Шула Саша по шоссе. Шула Сашу по шоссе. И сосала сушку. И сосала сушку. Шула фала шашаше. И шафала шашку. А что, Майк, поезжай, да? Поезжай. Хангулу же поезжай. А, ее не кишит, ай, ну. А хангулу же поезжай. Покорись, написано, я ему писал покорись. Шула Саша по шоссе. И ши... Ай, он. И сосала сушку.
Шула Саша, Шула Саша Паша, Се и Са Сала Сушику. Даже я устала. А не веду, чуги. Карашу! Да, молодец! Теперь опять level up. О, level up, окей. Все русские знали эту скороговорку. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве дрова. Два, на траве двора. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. Итак, здесь поинты есть. Дрова, дрова, дрова. Дрова, 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 дрова. Даже на траве дрова? О, на дворе трава. На дворе дрова. На дворе трава. На дворе дрова. На траве дрова. На траве дрова. Не руби дрова. Менять дрова. Не руби дрова. Не руби дрова. На траве двора. На траве дрова. Ва, 이거는 근데 이거는 제가 봐야 돼. 한글로 봐도 어려울 것 같아요. 이 더 어렵다. 나드바레 나드바레 드라바 나 드라베 드라바 네루비 드라바 나 드라베 드라바 한번 더 빨리 해볼게요. 네 나드라베 드라바 나 드라베 드라바 네루비 드라바 나 드라베 드라바. 와우. Надеюсь, мы подняли вам настроение. Если нет, то посмотрите на этих собак. Случай, когда животные воспитаны лучше некоторых людей. Ну и дрессировка уровень бог, разумеется. Пойдете есть только тогда, когда вызову по имени. Значит, Патри. Бим. Майами. Хитачи. Ями. Да, собаки все молодцы, хорошие, умницы. Мама. Да, даже Тима говорит, что вы хорошие. Ну что, хотите есть? Да. Можно? Да!